сегодня, видимо, удача была на нашей стороне. Смогли после выйти в равных уже, смогли выйти в большинстве и забили третий гол. И я думаю, что он уже маленько изменил хоть ход игры. После двух вот этих неудачных игр тренер что-то корректировал в составах, в звеньях, в самой игре? Ну, кардинальных изменений не было, на самом деле. Больше внесли позитива, как-то разрядили обстановку в команде. Не хватало маленькой эмоций тренерам. У тренеров получилось найти способ, чтобы мы более эмоционально вышли на сегодняшнюю игру. Денис Акостина, конечно же, с Сухарем. Он большой молодец. И Сизи с забитой шайбой он тоже. Вообще большой молодец. И болельщики, просто супер. Спасибо всем, кто пришел. Несмотря на неудачи на наше последнее время. Спасибо всем, кто пришел, поддержал нас. Приходите дальше. Будем вместе побеждать, выигрывать. Всем спасибо. С победой.